Зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу легенда 3 на 4. Вот на таком вот основании из бревна. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркас теплицы мы поставили, нанизали стены, сейчас сделаем переливы. После пойдем обшивать крышу. Делать дверь, форточку. Работы не так уж много, но работа еще есть. Закончили мы монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенды шириной 3, длиной 4 метра. Идем смотреть. Дверь с форточкой с одного торца. Форточка торцевая с другой стороны. Каркас сделан из профильной трубы 40 на 40. Покрашен полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Также имеются диагональные усилители. Все это стоит на фундаменте. Фундамент из бревна сделан. Все ровно, все аккуратно. Поликарбонат здесь использовали 4 мм. 0,72 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая красивая, относительно компактная, высокая и очень надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!